Здравствуйте. Опа, пошел. Мы уже там по лестнице не бежали, пойдем. Да, тут будет хорошо. Да, ветер. О, быстро лифт довольно-таки, да, поднимается? Я первый захожу туда. Заходи. Будь смелей, акробат. Смотрите, какая высота, а? Высотища. Ведется видеонаблюдение, все как положено. Да, ну хорошо, мягкий лифт. Мягенький. Поднимались. Как мы тут били? Такое впечатление, не мы сначала опускаемся, а как-то на нас опускается. Прогулка. Ох ты! И храм, смотри, сразу же. Видать. Красота. Красота. Ну вот мы уже на той стороне. Вот эта сторона называется Либердон. Либердон. Так сказать, ласково. Левый берег. Есть, поют левый берег Дона. А по-простому Либердон. Либердончик. Да, так сказать, ходим, нагуливаем аппетит. Аппетит нагуливаем. Ну, вон она, арена. Отгородили шумоизоляцией, чтобы здесь можно было спокойно предаваться водным процедурам. Хорошо. Мост остался позади, видите? Вроде только что по мосту шли, а нет, уже сзади. Вот, спускаемся. Как говорили древние, глаз управитель ног. Запомните, если не смотрите под ноги, можете упасть. Поэтому смотрите под ноги, куда ступаете. Стелла. Какая запись идет? 22 минуты. Запись идет непрерывная. 22 минуты. 23-я сейчас. На цунами называется. Да, но тут пекло отменное. Вот и пляж вообще. Да, и пляж. Пекло отменнейшее.
Тут надо сажать и сажать. Слышь, может такие вот тачки возьмем, поедем. Проход. Подчеленджич. А мы прошли, я вам говорил, может мороженое, а вы не стали. Вон, смотри, как Стелла, видно, глянь, торчит. А-а-а. Летит. Вот то? Угу. Вот чем кровь горит. О, прям на нас прилетела. Сусира нет. Талия. Вот смотри, как она висит. Чайки. Слушай, я хочу пока прокатиться. Ты будешь? Да, это. Ты с собой потренировался, видишь? Да? Мы разъемся. Не, я не поеду. Мне хорошая. Мне все это хорошо. Я уже потренировался. Еще походил. Мне нужны аттракционы. Ну, мы сейчас туда дойдем. Там аттракцион. Мне нравится вот эти вот короткие такие штанишки. Мне еще как-то не нравится. Перевес это ноги режет. Твои новостройки видны вдали.
освободила. Там лянь, какая аллейка с цветочками красивая. Все, пойдем. Там столько тюльпана у нас один. Да. Там стоянка. Там можно было сюда проехать. Thank you.
Нет, так как музыка. Так как музыка нельзя. Не будет монетизации, поэтому приходится ваш звук стирать. Ну, надо стирать вообще-то все, чтобы потом фразы какие-то не вставлять. Сегодня сходит? Да, ага. Сегодня. Вот я специально смотрела всю неделю, ну-ка, по рассказ этот про каждый день, что где-то. Вот в четверг была вот эта тайная вечеринка. Шанс, ты увидишь, что ты меня предашь, а ты откажешься три раза от меня. Петр. Thank you.
где посидеть. Здесь спустился, поставил велик, посидел возле гаража, велик. На велике это буквально эти расстояния, включение расстояния. Как раз пообедаем, как мы сделаем себе, все равно все там же посидим и поедем. Ушел. Я тут постою, а то там жарко будет. Эйфелевой башни и вот и церковь у него там отразит. Как сказали, это же Эйфелева башня и то. Thank you.
Вот где середина? Постоим, пусть нас промоет тон батюшка. Смотри. Пошли? Далеко улетели.
Ой, дня надо.